Зеленый остров – место неудобное. Судьба лодочных баз на предполагаемом новом участке набережной предрешена. Чиновники заявили о том, что место для их переноса найдено вот только лодочников. Оно совсем не устраивает. Почему, узнал наш корреспондент. 400 метров. Первая база «Волна» у нас уже переместилась на свой земельный участок. Теперь там полным ходом идет работа по берегоукреплению. Самый протяженный участок новой набережной будет составлять более 2 километров. От Вольской до улицы Большая Садовая. Здесь повсюду лодочные базы, с которыми долго не решался вопрос. Но теперь для них нашли место, заявляют чиновники, на Зеленом острове напротив Затона. Здесь мы знаем, что здесь есть переправа из Затона, свободно. Есть стоянка для машин, когда приезжаешь. Поэтому тоже место такое приемлемое. 1800 лодок. Если все удастся нам сделать, я надеюсь, что удастся, то всех мы переместим. То есть, говорят сами лодочники, все решили без их ведома и согласия. Хотя чиновники знали, что место на Зеленом острове владельцам баз не подходит. Намного удобнее берег в районе поселка Юриш. С ним были согласны все, но денег на обустройство не хватило. Нас обещали в 2013 году переселить. Сделать для нас волнорез. Нас обещали в 2014 году. А сейчас, Якубович говорит, Зеленый остров вам. Мы были на Зеленом острове. Мы сразу не отказались. Мы туда ездили, смотрели. А там нет ничего. Там тростник. Вот такая вот, такой ландшафт. Подъезды к берегу нет и прочее. Мы все вам сделаем. Но первым делом лодочники должны были оформить аренду. Однако здесь им посоветовали не торопиться, уже опытные в этом вопросе коллеги. Как это будет выглядеть? То есть лодочники заключают аренду, им объявляют, все, участок у вас есть, все, пошли вон. Мы вам предоставили участок, все. А нужно-то условия создать, не просто аренду. Оставаться на прежнем месте и самим неудобно. Как и другим жителям города, им хочется для Саратова красивой набережной. Но уходить с обжитого места некуда. В принципе, мы не против, чтобы построили набережную, чтобы здесь гуляли люди. Пускай нас уберут, правильно, в центр города. Но мы согласны только на то место, которое, во-первых, находится в черте города, чтобы действительно всем пенсионерам и всем людям, которые у нас здесь есть, было удобно как-то добраться. А не ездить там по 2 часа в пробках стоять с канистрами бензина. Покидать без альтернативы обжитое место собственники лодочных баз не собираются. Говорят, если будут выгонять силой, более 1000 владельцев маломерных судов готовы будут перекрыть фарватер. Станислав Жижнев, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.